Приветствую вас на канале Asmo The Play. Мы начинаем медаль за отвагу Вархихтер. Не знаю, как она переводится. Тут переводчик нужен. Тоже во время простой операции по подрыву грузового контейнера что-то идет не так. Так начинается новый виток в борьбе с международной террористической сетью. Вау! Тут по заданиям это прекрасно. Так, настройки. У меня телефон, ама. Настройки, давайте посмотрим. Итак, вроде бы все так вот, звук только немного отправим. Ладно, так, компания, сложность нормально. Ну, давайте начать новую компанию. Причины пиратства всячего экономические. Нация проявляет себя не только в людях, которые она дает жизнь, но и таким людям она раздает почести, таких людей она помнит. Ну да, типа калашников. Притчер. 8 недель назад. Ой-ой. Да, это уже не вторая мировая. Это точно медаль за отвагу? Уж больно похоже на Call of Duty. Какой же хрен бородатый. Господи, столько обвесов. Пользы не на грош. Ой, подождите, так, закрыть, начать заново, последняя контрольная точка, нет, настройки. Это ни хрена не слышно. Тут можно поди вот так вот. Только что видели цель, движется к вам. Все просто, входим и выходим, никто не узнает, что мы там были. Господи, я уже забыл, как в такую играть. Я даже не помню, вот у меня такую... Своих нет, снимай его. Вот так. Вот наш грузовик. Не стреляй в охранника, иначе конец. Просто заложи заряд. Я прикрою сзади. Так. Блинский. Да я закладываю. Тихо ты. Подожди, мне тут, блин, где ты? Звук. Ричард, охранник вооружен. Сними его тихо. Грузовик еще слишком близко. Вот так. На. Хорошо бахнуло. Твою мать, все наперекор, да? Все никак у людей. Никуда не спешим. Так. Мне что тут надо так? Кто-то ползает.
Прекрасно. Вот так. Вот давай, беги. Это частный вертолет. Жги его. Вниз по лестнице, живо. Да подожди ты. Целься в кабину. Конечно, старался. Блин. Подальше от него, чтобы меня ты не задел. Спишь? Понятно. Это еще даже только начало. Это, блин. Точно? Не Call of Duty. Так. Ну, ладно. Проходи ты ее. Точно помню, что проходил. Такой у меня вроде пока еще нету. Давайте. Medal of Honor. Ну, нет, все-таки медаль за отвагу, смотрите-ка. Все не так. Лена. Черт. Не черткой. Почему ты бросила трубку? Я в машине. Мы в тоннель заехали. Ты что, разговариваешь за рулем? Она в машине? Я не за рулем. А кто за рулем? Папа. Еще вопросы? Извини. Ты всегда извиняешься. Я не хочу воевать. Ты ради этого живешь. Он какой-то боевик прямо-таки. Мать его. Мазер, это Дасти. Что за чертовщина у вас творится? Понятия не имею. Мы заложили обычную взрывчатку, а потом на нас вдруг посыпались контейнеры и начал стрелять чертов вертолет. Мы уверены, что это был не береговой патруль. Не он. Я получаю сигналы отовсюду, от Манилы до Восточной Африки. Вы кого-то очень разозлили этим фейерверком. Есть мысли, кого? Это длинный список, брат. Как насчет того, чтобы оказать ЦРУ услугу и остаться в порту? Может, список получится сократить. Это не флотским решать, Дасти. Нам нужно разрешение с самого верха. Уже получил. Само собой. Что у тебя с местными ресурсами? У нас был человек, позывной Аргир, из ячейки на Аравийском полуострове. Был человек? Мы уже несколько месяцев ничего от него не получали. Вот что плохо, его могли убить, перевербовать. Он может быть где угодно. Перевербовать? Хороший же у вас человечек. Аргир, значит. Агент Аргир. Где-то в Йемене, юго-запад. Я не знаю, как вы попали сюда. Это не важно. Важно то, что у наших дверей, наверное... И они украли то, что наше по праву. Неверно, за что украли. Ага. Чтобы стать одним из нас, вы должны доказать, что достойны. Посмотрим. Посмотрим. Братья, которых вы встретите, инструкторы, они будут учить вас обращаться с оружием и тактике. Некоторые из вас будут учиться больше, чтобы... нести джихад с земли наверх. Покажите, на что вы способны. Вот, какие-то планы. Живо внутрь. Не сюда внутрь-то. Куда внутрь? Зет. Так.
Так. Нет, что-то у меня прицел есть, точно вижу. А, во. Все, понял, так. На. Чтобы пополнить, так, подойди к брату, чтобы пополнить боезапас. Брат, не брат, ты мне гнида черножопая. Удерживать надо. Удержал. Выходи через здесь, чтобы начать следующее. Давай. А сюда выйти? Через какую дверь? Присядь за укрытием. Д. А, удерживай тебя. Вот так это должно быть, да? Так. Понятно, как с вами обращаться. Только, наверное, мне это не понадобится. Так, последнее испытание будет на время, его нужно закончить как можно быстрее. Ты должен поразить все цели. Давай, мне же не к спеху. Уж такое тирерюга у вас. Вот так это. А, вот так. Давай, давай. А как надо взламывать-то? На. Средний результат, но ты можешь помочь нам в нашем деле. Сойдет. Продолжайте бой. Продолжаем. Продолжаем продолжать. Дело плохо. Вы какие заряды использовали? Направленные. Можно уничтожить грузовик и выдать за поломку бензопровода. Второй взрыв — это не мы. Да, не вы. Рисунок взрывов другой, и они шли изнутри контейнера. Это подтверждает наше предположение о грузе взрывчатки. Ага. Есть идеи, чья она? Да, компания «Пустышка» из Дубая. Между ним, Карачи и Филиппинами постоянно гоняют грузы. Мобильник, который вы нашли, очень нам поможет. Слушай, я должен спросить, ты как? Я нормально. Когда появляется политика, нас просят прекратить стрельбу и начать плясать. А я не танцую. Понял. Значит, Мака теперь командует Вуду? Уверен, ему не нравится, как все обернулось, но он готов. Надеюсь. Им придется попотеть. Да? А мне рассказать можешь? Пока нет. Еще поговорим, брат. Эй, Стам! Иди-ка. Что-то случится, отдай мои бывшие. Это все, что ей достанет. Пора двигать. Остальное все уже и так у нее. Одна минута. Одна минута. Сам, ты занимаешься лодками. Крутые. Временно. Скидывай.
Хоть бы в разные стороны полетели. Воду, это Дин. Говори, Динго. Давай, неделю брат, назад. Гладиаторы на подходе, идем на рейс. Отстрел! Уходим, уходим! Динго, это гладиатор 1-1. Мы отходим, готовим удар по ПВО безопасной дистанции. Мак и 1, 5 минут, вы без прикрытия. Понял, гладиатор 1-1. Динго, воздушная поддержка на подходе. Ясно, пусть Гризли разбирается со всеми, кто затеет подлянку. Принято, Динго. Мы огонь! Мы наносим удар прямо в центр пиратского города. Следите за теми зданиями. Мы пошли. Стоп, прикрой нас. Вспомнил. Буду вспоминать по мере продвижения. Цель, да. Впереди. Еще разок. Давай. Давай, 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 давай. Там наверх. Альфа за теми домами. Давай. Ну, падла, вы чего ждете, когда я приду? Где? Ты его снял? Конечно. Да твою мать. Цель уничтожена. Блин, благодаря мне только. Вон он. Где, где, где? Только что тут был. Вот он. Давай. Так, пока вроде неплохо. Ну, сейчас. Что-то не стрелять, да? Или что? Охренеть, и никто же меня не предупредил. И никто ничего мне не сказал. Обстрел-то хороший идет. Так. Давай, давай, давай. Добрались вроде как. Так, звук. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уверен, что нам сюда.
понимаю. Ну-ка, Муму. Так. А где задание-то у меня? Врывайтесь и зачищайте. Понятно. Так. Давай. Твою мать! Так. Никто не помогает. Все сам. Двери. Не трать их зря. Давай, теперь мы ученые, как пироги моченые. Я так могу. О. Так. Понятно. Давай. Там попробуй здание. Охренеть. Так, подожди. Стреляю. Удар будет нанесен через 3 секунды. Смотрим. Подожди, у меня тут, я походу делаю оружие свое обменял. Нет, ладно, пойдем. Что ты так медленно? Лако, сюда! 1-6, это 1-4, мы в точке сбора Альфа. Ожидаем. Доложите обстановку. Прием. Еще 5 минут, 1-4. Прием. Принято. Держим позицию. Давай. Вуду, Стам. Думаю, мы можем пройти здесь. Блин, не бежит. Нет, мы их сняли. Ко мне, сюда. Чего ждем? Они нестабильны. Мы робот запустим. Потом уж сами. Давай. Поехали. Вроде работает. У вас страховка и 7.62. Отлично. Там, надеюсь, ты не забыл. Скопырь, ваша куркасовый рейса. Куда я, Куджиран?
Так, ладно. Нам куда? Нам сюда ехать. Куда едем? Ну-ка, давай тогда сюда. Блин. Ну, куда мне? Так, ну вот я прибыл к вам. Вон они там. Эй, робот как раз подстрелил. Нам нужно прикрыть огнем. Укрытие уже не спасает. РПГ! Давай. Меня вроде загасили. Надо двигаться. Вперед. Понял. 1-4, держитесь. Мы идем к вам. Давай. Сюда. 1-6, это 1-4. Вижу движение в здании через улицу. Принято. Смотрите, куда идете, цели в зданиях. Давай, 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 давай. Отлично. А, так ничего не меняется в итоге-то. Тихо. Вот так. Я видел тебя. Так. Он готов. Старался. Пока нормально. Цель на 12 часов. Где? Блин. Чисто. Вниз. Поехали. Давай, 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 давай. Торопись, там по нам стреляют. Опа. Спрыгнул. Блин. Все-таки меня подстрелили. Ладно. Спишь?
Давай не спи. Мне тут надо миссию сделать. А ты спишь. Боец пойдет под военный трибунал. Если не расстреляют, то свои же. А ну теперь... перезаряжаться зачем начал? Так, остается он один. Вот так. Так. Налево! 20 метров! Давай, еще разок. Ну, пока вроде нормально, да? Кто-нибудь его пришьет, нет? Тут есть к нему подъем? Хочу лично ему морду набить. Давай. Давай. Сейчас всех размотаем. Круто. У нас все. Давай. Блин, патронов-то можно не жалеть, да, в команде, я так понимаю.
Давай. Еще чуть повыше. Ох ты, они повсюду. Стамп, давай их уберем. Они не знают, что мы тут. Но скоро до них дойдет. Действуем быстро и четко. Давай, что я так понимаю, снайперить надо, да? Да. Ладно. Цели возле той башни. Нет. Ага, возле знака. Впереди, чуть левее. Еще одна цель. В башку. Цель уничтожена. Хорошо. Они вышли. Внизу башни две цели. Нас заметил. Там, не давай ему шанс. Да подожди. Огнем, мочи его. Стамп, уничтожь этих доходяг сока. Ему повезло, та же наводка. Пила 1-6, РПГ уничтожены. Все чисто. Осторожно, осталось несколько недобитков сока. Вас понял, цель принята. Спешу изо всех сил. Давай. Эй! Вижу, не вижу. Движение в том отеле. РПГ, наведи опять на башню. Прямо в центре, наверху. Вот его, мы под обстрелом. Стамп, сними гранатометчика. Пошли, по нам стреляют. Он убегает. Стамп, помоги Филе. Выше. Отлично. Попал. Пила, путь чист. Гризли 6, это Вуду. Можете улетать. Будьте осторожны, тут прямо гребаное осиное гнездо. Конечно, блин, кто так строит? Спасибо мне, правильно, я стрелял. Перезарядим. Давай попробуем. Спишь? Где и когда? Мой поезд приходит в 2:20. В Мадрид. Да, в Мадрид. Может, на каток хочешь пойти? По крайней мере, хоть кто-то будет рад тебя видеть. Она в Мадрид. Слышишь, хвост? Она спит. Она думает, ты умеешь ходить по воде. И чтобы я не говорила, этого не изменить. Только не жди того, чего ты ждешь, когда мы встретимся. Я тебя понял. Я возьму себе номер в отеле. Но я хочу провести время с Беллой. А мы с тобой можем поговорить. Просто поговорить. Мы с тобой говорили уже 1000 раз. Хватит. Не надо, не сейчас. Кое-что случилось. И все поменялось. Том, что поменялось? То, кто ты такой, то, что ты делаешь, то, что должен делать, ничего и никогда не изменится. Все поменялось. Ты все время уходишь от ответа. Послушай, просто скажи, как есть. Завтра. При встрече. Кто тебе сказал? Да ладно тебе. Ты увольняешься со службы, а я узнаю это от кого-то еще. Тут дело в политике, сам понимаешь. 22 года старания, а потом нас гонят за то, что мы поступили правильно. Значит, все решено. Ты вышел из игры? Не вышел. Меня вывели. У меня есть варианты. Как дела у Причера? Не очень. Собрался, спокойно вышел в отставку и поехал в Мадрид. Говорит, хочет наладить семейную жизнь. Ну, удачи ему. Значит, в Мадрид? Лена и Белла не дома? Нет, они у ее родителей. Опа, старенького друга встретил. Теракт. Причер, 8 недель назад. Да, я здесь. Вижу Причера, выходи, когда они до тебя доберутся. Я с тобой. Нам эту операцию не разрешали. Так, Причер, бери первого, кто покажется, и выясни, что он знает. Все ясно. Да, с ним идет машина.
сверху видно? Ага, заметил его. Так, он направляется к кораблю. Давайте подождем и посмотрим, куда он пойдет. Никуда не пошел. Езжай быстрее, вот я гонки вообще не люблю. Если чувак пойдет пешком, его не найдешь. Перехватил сигнал машины. Чувак разговаривает по телефону. Идиот. Так держать, ты делаешь успехи. Нет вашей похвалы, ни холодно, ни жарко, нах. Я пока слежу. Какая-то кура, блин, попала. Ну, пока преследую, успеваю, пока могу. Не видно ни хрена. Ай-яй-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо-тихо. Охренеть, так ты его так хрен увидишь. Что-то за миссия такая. Сплошная гонка.
Я так понимаю, мне просто сопроводить надо ее. Ты теряешь его так держать? Где логика ваша? Не вижу ни хрена. А до поворота какой, я даже не понимаю, о чем ты. Его догнать сначала надо, тарань. Вали его, вали его. Попал. Мобильник, все забираю у него. Что миссия такая, гонка-то нахрен? Удивительно, что я с первого раза ее прошел. Прошло 48 часов. Нет, я знаю. Погодите, я вам перезвоню. Том. Притчер. Эй, ты в Мадриде, в больнице. Ты меня слышишь? Лена. У них все хорошо. Все хорошо. Они опоздали на поезд. Лена? Они опоздали. Том. Белла. Она здесь. Папочка. Привет, малышка. Трогательная сцена такая. Вот что бывает, когда опаздываешь. Притчер 4 недели назад. Отряд Макао. Притчер. Город Исабелла. Филиппины. Вау, на Филиппинах? Все качается, как ураган, что ли, какой-то. За тобой. На. Вот так. Да, ветер-то у них. Это не проблема. Пока. Там смотрим, как поезд может больше.
Ты чё стоять-то? А ничего, что он с кем-то разговаривал? Две пули в голову, чего у него там от головы осталось? Снимай его. Кого я еще пока никого не вижу. На. Мазер, это Вуду. Мы уходим к НПБенти. ППЛА показывает кучу народа с оружием в вашем секторе. Покажите мне услугу, сами стрелять не начинайте. Кто я? Давай, давай, давай. Мне не надо так рисковать. Тем более по подсказкам. Давай. Будем смотреть, чего здесь есть. Ой. А, ну получается, да? А, надо еще два раза в голову попасть. Ну давай так тогда. Отлично. Хоть какое-то разнообразие. Что быстрее-то? Мазер, мы вывели из строя их связь. Огонь разрешаю. Что ты нам расскажешь? Цели на стоит вокруг вашей позиции. Человек 5. Внутри строения возможно больше. Есть. Когда будет чисто, свяжемся. Принято. 2 километра до Капитолия. Давай. О. На том суне. Смотри. Он твой, Причер. Молодец. Черт, снайперы. Причер, смотри. Не высовывайся. Там. Это Мазер. У нас есть поддержка с воздуха. Никак нет. Птички заправляются. Еще минимум 20 минут. А не прямая? Думаю, это можно устроить. Ричард, используй ЛЦУ и подсвети это здание. Отлично. Сейчас устроим им сюрприз. Да, только, блин... Карать можно. Без палева, да, еще скажи? Вон там вот вышка осталась. Ой-ой-ой-ой-ой. Атака! Старался. Кого? Я пустой, прикрой. Прикрыл. Конечно. Смерть хорошая вообще не бывает. И неважно где. В бою или нет. Смерть есть смерть. Это 12 часов.
Ой, лево. На 10 от кого? Двое на 10. 20 метров. Вы дебилы с дробовиками бегаете по таким местам-то. Идите, Тимушка. Чуть немного высохнем здесь. Снова дверь. Готов? Подожди. Вот это теперь. Давай. Опа. Нормально. Добро пожаловать в город Исабелла. В буклетах как-то все иначе, правда? Так. После урагана. Давай. Блин, ты чего выговорить это можешь? Вот еще, слева. Вот еще, 10 часов. Стрелок, на балконе. Так благодаря мне. Где? Вот здесь. Пошли. Пойдем. Я у ворот. Направо. Черт, тут же повсюду можно устроить засаду. Не пускай глаз собраны, бери. Это единственный путь. Буду, это Маза. Мы в городе, направляемся к НП. Доложи обстановку. Мы задержались, Маза. Видим еще патрули на внешней. Давай. Ой-ой-ой. Это по нам стреляют или что? 10 часов. 10 метров. Где ты? Контакт на 10 часов. Не вижу. Пулемет, второй этаж. Укрытие, Притч, давай уберем их по одному. Я слева от тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Подожди. Ты-то кого убрал нахрен? Вроде как я один стреляю. Бам. Пойдем. Чисто. Давай чисто. Это я должен говорить нахрен. Помощничек. Вина. Кусок говна. Где-то тут один. Так пусти меня. Проклятье, здесь все разваливается. Больше на бомбу похоже, чем на ураган. Ой-ой-ой, так они, вот они, а это ты. Так. И чё ты ко мне не идёшь? Вот, на поражение. Право, внизу! Ой-ой-ой, я вперед сюда доберусь. Конечно, попал. Старался. Давай, вот он бегает.
Давай, 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 давай. Опа. Где ты? Вот так. Что там? Чтобы с вами еще мудахать. Через здание. Мы почти на месте. Отлично. Так, я надеюсь, на дробовик не настрелял. Блин, еще два. Давай. Давай, давай, шевели. Давай. Блин. А я хотел поснайперить. Мазер, мы видим, где держат заложников. Второй этаж, южная часть Капитолия. Понял, Вуду. Что видно? А, блин, не так, конечно. Мужчины и женщины. Три вооруженных охранника. И... Что там? Не могу разглядеть. Вот дерьмо. Халиф. Генерал Баррера. Видим приоритетную цель. Тут Маруан Аль-Халиф. Наш человек на позиции. Отходите. Генерал, наш боец взял прицел. Мы можем стрелять. Отходите, Мазер. Черт, 12, у нас тут еще кто-то. Шейх. Молись ему, ведь время пришло. Пробил наш час. Ну-ка скажи, и что это за час? Час, ради которого мы здесь. Ударить в... Дурак, вы причина, по которой я здесь. Вы и ваша компетентность привели меня в эту взломанную жопу мира. Шейх, мы все сделали, даже взяли заложников. Черт, Мазер, тут стреляют. Нет, он зацепил своего, никак нет, он зацепил своего. Кто этот парень? Он просто двинутый. Генерал, мы не можем. Заложники будут жить, а вас стоит утопить. Красный, красный, двигаясь на цель. Но вам нужно искупить вашу вину. У него есть для вас дело в другом месте. Тигр 12, стреляй. Занимаем позиции, сэр. Генерал, нам нужно опознать. Халиф
12 выстрелил. Игорь 12, цель уничтожена? Не знаю. Вуду, что там у вас? Заложников и цель не вижу. Ричард, идем. Вуду, давай к лодкам, нам нужен транспорт. Взрывы в поездах и Басилан, они связаны. Пентрит. Он был там. Кто? Халиф. Стал мучеником прямо у меня на глазах. 35 жертв. Теракты были и на других вокзалах. У нас только об этом и говорят. Я не вернусь. Я завязал. Среди них было 12 детей. Мы опознали человека в Басилане. Садальдин. Он же Ибрахим Аль-Нажди. И это только начало. Том, все в порядке? Да, все хорошо. Начало чего? Теракт. Это нас не касается. Кошмар. Так не может продолжаться. Все, что там происходит, касается тебя, касается нас. Впусти меня в свою жизнь. Хотя бы немного. Ричард. Притчер, отряд Макка, город Исабелла, Филиппины. Держись, вертушка идет, прикрываем. Это же наши, по своим стреляем. Рич, быстрее, доберемся до заложников. Ну так, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.